Если в сельской местности открывают спортивные площадки, ремонтируют подъездные дороги, значит, жизнь здесь продолжается. Подробности в нашем материале из села Тимирязева Успенского района. При спонсорской поддержке главы крестьянского хозяйства «Анна» Сергея Саруджиди в Тимирязево, которая входит в состав Ольгинского сельского округа, торжественно открыли спортивные объекты, воркаут-площадку и мини-футбольное поле. В 63 года в Тимирязево проживает Александр Кабаненко. Он считает, что сегодня для односельчан произошло знаковое событие. Сегодня, я считаю, у нас праздник. Я вот этот праздник считаю как возрождение вот этого села. Слава Богу, вот эти хмурые тучи над нами, наверное, миновали. И, наверное, пойдет сдвиг вперед. Для восстановления Тимирязева у нас есть все. Водопровод, вода в каждом доме, стиральные машинки, душевые, цветные телевизоры и прочее, спортивные площадки. Всех, даже кто там в правительстве смотрит и не смотрит, пожалуйста, обратите внимание, стройте жилье. Люди будут жить здесь с удовольствием. Земли здесь много. Стоимость спортивных объектов 19 миллионов тенге. Раньше тимирязевцы могли заниматься только в спортивном зале местной школы. В общем-то, нет никаких сомнений, что и мини-футбольное поле, и воркаут-площадка не будут пустовать. Для нас это очень большое открытие. Мы тут постоянно уже играем, веселимся с друзьями тут. Всякое играем в футбол, баскетбол. Много чего мы тут делаем. Сюда будешь приходить заниматься на воркаут? Да. А для чего? Ну, чтобы узнать вид спорта, всякое, футбол научиться хорошо играть, сильным быть, спортивным быть. От основной трассы до Тимирязева 27 километров пока еще щебеночной дороги, вернее меньше. Ведь 1 километр 200 метров все-таки заасфальтировали, что сразу оценили местные жители. Ну, живу я здесь полных 25 лет. Когда приехал здесь, дороги, как бы сказать, и не было ее, щебенка. Машины, резина портится, сами знаете. Сейчас вот в этом году по программе начали делать асфальт. Первые 1,5 километра сделали. Хороший асфальт. Ну, а на следующий год остаток, там, 20 километров доделают. Ну, большое спасибо нашему акиму Айна Шагимайна, что старается для села. Ну, у нас очень большие планы, если дорога у нас будет, мы уже готовы на сегодняшний день открыть автобусное сообщение, у нас его нету, раньше как-то было, все отменили, сейчас только такси, это очень простым гражданам, это очень накладно, поэтому мы готовы, у нас будет автобусное сообщение, ну, осталось теперь только увеличить население, я думаю, сейчас дорога будет и будет село процветать дальше. Сумма проекта ремонта дороги до Тимирязева – 951 миллион тенге. Планируется, что в следующем году заасфальтируют всю дорогу. Мурат Белмажит, Юрий Белевский и это Сакпарат из Успенского района.